Это был большой спортивный форум. На него собралось около 150 участников из Котласа, Сальвычегодска, Коряжмы, Котласска, Валенского, Красноборского и Устьянского районов. То есть был представлен весь юг области. Инваспортсмены состязались по 7 видам адаптивного спорта. В клубе «Рубеж» прошла пулевая стрельба, в 7-й школе – шашки, в детско-юношеской спортивной школе – настольный теннис, а на универсальной спортивной площадке возле 7-й школы люди с ограниченными возможностями здоровья играли в дартс, преодолевали дистанцию 60 метров, метали мяч, соревновались в прыжках с места. Вместе с постоянными участниками областных и даже всероссийских и международных соревнований на старты вышли новички и сразу проявили себя. Это молодые котлашане Антон Гатальский и Мария Сапожникова. Из взрослых земляков отличились Алексей Ермаченко, Максим Неретин и Сергей Карасев. В командном зачете лидировала сборная Котласа, за ней Коряжма, третье место у Устьянского района. Лучшие спортсмены по итогам котласского жаркого старта будут включены в сборные команды своих муниципальных образований для участия в летних областных играх инвалидов, которые пройдут в Архангельске в начале июня.